весовой категории до 42 килограмм. За второе место Хабиболин Дмитрий, город Кемерово. Поддержим, дорогие друзья, аплодисментами наших призеров и победителей. За первое место Лебедев Николай, поселок городского типа промышленное. Весовой категории до 44 килограмм. За второе место награждается Чепля Сергей, город Киселевск. За первое место награждается Саликов Вячеслав, город Тавки. Весовой категории до 44 килограмм. За второе место награждается Дорожкин Алексей, город Тавки. За первое место Картамышев Егор, город поселок Литвиново. Весовой категории до 46 килограмм награждается за второе место Мусинов Иван, город Тавки. За первое место Карцев Денис, город Кемерово. Весовой категории до 46 килограмм. За второе место награждается Дужников Сергей, город Тавки. За первое место награждается Алиев Телман, город Кемерово. Дорогие друзья, продолжаем бокс.